Привет, зрики. Давно я не готовила, не ел на камеру. Хочу сказать сразу спасибо за поддержку канала Ане, Ульяне, Лёле и Грише. У меня тут забыла, как я ее звать, трава. Но на самом деле надо в первую очередь заварить ройбуш зеленый и открыть его тоже. К нам приперлась моя кошка. Будет круто, если она не залезет на стол. Будет круто, если она не налезет за стол. Я кому-то сказала. В общем, зеленый ройбуш. У меня как раз только что вскипел чайник. Давай ты куда-нибудь ползешь. Ну ладно, я согласна, чтобы ты была на огне. Так давно не пила зеленый ройбуш. Я потом его вблизи сфоткаю, потому что сейчас я при свете дня снимаю. И хоть у меня закрыта форточка, ну в смысле вообще на щелочку открыта, на проветривание. Возможно, слышно цветочков жизни. Которые прям вопят. Вообще-то естественный цвет этого ройбуша красным он становится после ферментации. Надо бы это чем-то как-то заделать. Возможно, у меня тут есть такая тряпочка. Я надеюсь, зритель, что ты чувствуешь себя как дома, но не забываешь, что ты в гостях. Кстати, ройбуш у нас в Ярославской области, Борисоглебский район, село Кондаково. Куда кого засундучить-то? Вот туда, наверное, пока. Вот он тут. Ну, беру пока сюда, пусть он настаивается пока. Ройбуш не содержит кофеина, его можно давать даже детям. Вчера у меня была подружка со своей обезьянкой, которая, на удивление, была даже более-менее тихая. Единственное, что пыталась сломать мне штатив. Куда мы идем, а? Вот почему нельзя пройти через меня, допустим? Ну, так вот, она пила этот ройбуш, и он ей вполне себе понравился. Даже вторую чашку попросила. Мы хотим на холодильник запрыгнуть, да? А это табуретки-то не судьба? Я не знаю, видно было в камеру, нет? Она сейчас запрыгнула на столик и метит на холодильник. Короче, тут салат, по-моему, феттучини, если я его не путаю, потому что вроде есть какие-то макароны феттучини. Ну, короче, какой-то салат на фе, я забыла, как ее зовут. Такая она немножко пахнет специфически, похожа немножко на листики одуванчика. Забыла, как ее звать. Продается в Магните, причем не в каждом. В магните в Солнечном я ее не видела. А вот в нашем Магните она есть. По 75 обычно где-то грамм в чистом виде, либо вместе с другим салатом или с другими салатами, где 90% этой травы и процентов 10 всего остального. У меня тут есть, выросли. Сейчас немножечко отщипну. Вонючая петрушка из семян моей соседки по саду. У меня еще остались семена, потом приеду в деревню, может, я тоже где-нибудь там посажу. Вонючая петрушка, кинза. Я вчера ее тоже в салат добавляла, но у нас был немножко другой салат. Хочу это все заправить маслом грецкого ореха. Хотя у нас тут есть авокадо, и по идее масло-то не нужно. Можно убрать уже. Так, у меня тут все пышется, да? Пышется, 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 гей. Проверила, пышется. У меня там запрос был. Рассказ о мертвых хорошо, либо никак.
Протру-ка я морду лица. Я, правда, не помню, умывала я ее или нет. Короче, как я жил со своей бабушкой. Я не помню, я много где в каких-то там видео говорила, видимо, говорила как-то урывками. В каких конкретно не помню, ну, любители меня смотреть могли бы прорыть все эти видео, там, хрен знает с какого года, 16-го. И это самое, наверное, на Мурбанках, на каких-нибудь запросах тематических, плюс-минус, родней связанных. И я там эту бабушку задевала, либо она меня. Скажу, чтобы не портить самой себе настроение. Кошка, вот я ведь его мыла, а тут твоя волосина. Уже. А, она у нас на этот, на верхотуру забралась, оказывается. Она хотела не на холодильник, она хотела на шкаф, который над мойкой. Рядом с вентиляционной дыркой. У нее там пост сидячий такой. Короче, мы с бабушкой жили как? Может, даже больше 10 лет. 50 на 50. Мы скидывались за квартиру, она ела отдельно, я ела за отдельно. Она, допустим, готовила, приглашала на обед моих сестер, их подружку, и они ели с бабушкой, все нормально. А я была как это вот, ну, вкратце просто скажу, утро у меня начиналось чаще всего с того, не с доброго утра, а как жаль, что ты не погибла в той аварии. Или почему твоя мама не сделала аборт? Однажды бабушка вот это вот сказала, а моя мама была ее дочкой, и это было сказано при моей подруге, которая работала вместе с моей мамой, старше меня на 10 лет. На днях мы с ней гуляли, отмечали ее юбилей, потому что когда она отмечала свой юбилей, я доехала до полпути места, где отмечать ее юбилей, и поняла, что сейчас свалюсь в обморок. Ну, короче, пришлось ехать обратно. Поплохело мне. И моя подруга впервые в жизни услышала по телефону тот голос мой. Один из вариаций голосов, когда я помираю. Она говорит, у тебя такой страшный, она на следующий день мне позвонила, написала, говорит, там живая, у тебя, говорит, такой страшный голос был. Я говорю, ну, голос такой обычно бывает, когда я помираю. Вот, блин, я минут 15 выбирала помидорку. И она... Такое ощущение, что она какая-то недозрелая. Хотя я помню, что я в прошлом году покупала такие помидорки, и они были мягкие, вкусные вообще, будто с огорода. Ну ладно, что есть, то есть. На безвебе. Так вот, моя бабушка при моей подружке как-то сказала, почему же Лена не сделала аборт. Леной звали мою маму. На что моя подружка сказала моей бабушке, а у них одинаковые имена были, на ее Мария Сергеевна. Может, тогда надо было вам сделать аборт? Ну, типа это, если бы вот вы сделали аборт, то Лен бы не родилась, соответственно, не родилась я. Ну, и, в общем, у меня каждое утро начиналось либо почему твоя мама не сделала аборт, либо почему ты не погибла в той аварии, ДТПшке, в которую я попала с моей мамой, ее братом, 8 октября 99 года. Либо это начиналось утро из того и другого все вместе. Если... У запросившего немножко, ну как бы, если тебя, Юля, включится чуть-чуть разум, я думаю, ты включишься и поймешь, как это жить, когда родная бабушка тебе каждое утро вот это говорит. Это на самом деле мало приятного. Причем у меня проверялось, у нас была отдельная помойка. Ну как, у меня помойка и общая помойка. У меня проверялась эта помойка, что я покупала. Что я позволила себе купить, допустим, мороженое или вишневое варенье. Есть я должна была исключительно в своей комнате, по большей части. Если я ела вместе с ней на кухне, я ела свое, она ела свое. Мне выдавалось, а вот у тебя еда не еда, я делала тогда тушеные овощи часто. Овощи с рисом, просто овощи. И мне это говорилось, твою еду типа есть нельзя, твой чай есть нельзя, вообще все, что я готовлю, несъедобное. Ну, допустим, я делала себе овощи дня на 3 с расчетом, а бабушка съедала эти овощи, и мне приходилось готовить. Мне моральный ущерб не возмещался. Мне дарились подарки, хорошо, если дарились. И хорошо, если за счет бабушки. А то дарились за мой счет, а потом у меня они отнимались.
Ну там на день рождения, на Новый год могли просто ничего не подарить. Мотивируя это тем, что ты же со мной живешь. Ну а моим сестрам и там кому угодно, какому-нибудь левому человеку, дальнему родственнику, просто левому, помогалось финансово и так далее. И это мотивировалось тем, что ну ты же со мной живешь. Не, был, конечно, период, у меня все офигели. Почему-то люди, которые понимали, что она ко мне несправедливо относится, что я такой же ее, как бы, такая же ее внучка, как все остальные, ничего не говорили. Но говорили уже по скрипту. Мы как-то удивлялись после того, как она мне подкинула 15К, когда я сделала себе загран 10 лет назад и поехала осенью просто 2014 года на экскурсию автобусную Таллин-Хельсинки. Она меня тупо спросила, сколько мне надо, сколько мне не хватает. Я говорю, 15 тысяч. Ну, как бы я экономила, и мне бы хватило. У меня там шабашки какие-то мелкие были еще. Но она взяла и позвонила при мне моей тете и сказала, выдели Лёле вот такую-то сумму. Там все офигели. Там уже тогда привыкли, что мне вообще ничего не выделялось. Что я так это... Не прибили и радуйся, уже хорошо. А потом она мне дала как-то пару тысяч, когда мне пришел заказ с Ифраше. И он пришел чуть раньше. У меня не было в тот момент монетки. Ну и как бы я думала взять у кого-то в долг, и она мне сказала, не бери, я тебе дам 2000. Правда, потом она у меня через полгода стала требовать эти 2000. Я говорю, бабушка, ты же мне их подарила. Я так охренела, думаю, блин, я за тобой ухаживаю, за тобой смотрю, выслушаю всякое говно. Терплю это все, блин, местами с детства. Я ведь такая же внучка, как и те другие две. Но она вроде как там ей кто-то за меня из родственников заступился, и типа она, да, ведь точно я ж тебе там это подарила. Это вот, наверное, два единственных положительных момента из моего жития с бабушкой после ДТП. Были моменты, что она мне в глотку пыталась воткнуть таблетки в большом количестве, чуть больше, чем мне надо было съесть обезболивающее. Они и так-то сами по себе были сильные от мигрени. Был момент, что она меня ударяла физически, а потом все выдавало так, что это вот ну не я тут жертва, а она бедная, несчастная. А она сильная была. Учитывая, что был период жизни, когда в 2007 году меня 4 раза за год один ублюдок душил прилюдно, а мне... Религия запрещала дать ему сдачу, он все равно меня сильнее был. Можно, наверное, понять, что я бабушке сдачи не могла дать. Во-первых, она меня старше, во-вторых, ну как бы... Религия не позволяла мне сдать ей сдачи. Когда она у нас тут помирала в очередной раз, а в итоге все-таки померла, у меня шок был, что она померла, я думаю, действительно ли она померла, это такой тролль был дикий. Не то чтобы тролль. Вампир домашний. Не, она ко мне, наверное, хорошо относилась, а потому что перед смертью она передо мной извинилась, сказала, что она не права, все в таком духе. Не в день, по-моему, когда померла, а именно вообще вот, ну, там, в последние дни жизни. Она, значит, ходила, но всем говорила, что она ходить не может. Даже когда ее на телефон фоткала, чтобы показать, что она действительно ходит, меня обвиняли в том, что, ну, вот я тут придумала. Пока не застукали в момент, что она действительно ходит. Это вкратце. Вообще, эта тема мне не очень приятна. Я не понимаю людей, которые как бы вот этим интересуются. Так же, как раньше не понимала, когда меня попрошали, типа, расскажи про аварию, это так вау, интересно. Не, я понимаю, что люди любят копаться в чужом белье. И сейчас я говорю, наверное, даже слегка с иронией, типа, как с юмором. Так вот, все, кто думал, что как я жила с бабушкой, как сыр в масле, врагу такого не пожелаешь. Хотя нет, врагам я бы, наверное, такого пожелала. Они же мне желали всякого. Пусть им ответка пролетит нахрен.
Ну, как бы есть люди, которые думают, что они мои враги. Не знаю, сейчас они еще живы. Так. Может, и не надо масло там? Не надо, наверное, масло. Грецкий орех, прости. Я, если честно, не очень вкусно, как ты сочетаешься с авокадой. Но можно, допустим, добавить какого-нибудь жмыха. Я просто не знаю, что это жмых. А это вообще грецкий орех. Ломаный. А можно, наверное, не добавлять никакого жмыха. Хватит тут всякой хренотени. Можно просто посолить. У меня где-то еще даже хлебушек есть. Не самопальный, но тоже хороший. Ну, были проблески у нее совести и ума. Она ко мне хорошо относилась. Особенно, если я там на каком-нибудь дурацком литературном конкурсе что-нибудь занимала. Так, где у меня хлеб-то вообще? Хлеб-то где? Или кто-то говорил, что ваша Лёля такая умная, бла-бла-бла, она начинала тут же распеваться петухом. Какая дофига хорошая, даже в редких моментах ко мне хорошо относилась. Меня больше прикалывало, что если я живу за свой счет, 50 на 50 там за хату платим, то почему мои деньги у меня считают, в кошелек ко мне лазают, чего-нибудь могут взять и не вернуть, вплоть до помойки. Еще и выносят мозги. Как ты посмела сожрать мороженое? Сама себе купила, а бабушке не дала. Бабушку кто-нибудь угощал расчетом на нас двоих? Она прятала под окно, вот в этот советский холодильник, или как он там назывался. Ну, под окном был шкафчик на механке на кухне. И, соответственно, она мне ничем не угощала. О, спамер какой-то. Это моя музыка, так что YouTube меня простит, пусть она играет до конца. Сколько проиграет. Да сдохли все, не дошло. А, повтором. С одного раза там не доходит, что человек трубку не берет. Надо еще раз прозвониться. Так вот, в общем, у меня очень веселая бабушка была. Причем она понимала, что я как бы ей помогаю, что если бы я с ней не жила там, это в деревню не приезжала, ни то, ни сё не делала, то как бы это... Другие-то к ней приходили только, по-моему, лимон сдох, я про него забыла. Лимон, прости, ты умер. В принципе, я тебя выжила тут, только надо было в холодильник убрать, а я вчера забыла. Соседка к нам одна приходила, которая с ней дружила. Приносила пирожки и иногда, видимо, говорила, чтобы мы вдвоем, втроем попили чаю. Ну, я приходила, мы вроде как пили чаю. У нее просыпалась там какая-то, наверное, совесть, и она говорила, какая дофига хорошая, умная и тому подобное. И что пока меня не прижмет, помощи я не попрошу, а это круто. Вот как раз удовлетворила запрос по поводу о жизни. Вот так я и жила с бабушкой. Когда она померла, я первый год вообще не могла врубиться, что меня больше никто не будет гнобить, что в 3 утра меня никто не будет будить с вопросом: «Ты спишь? А почему ты не спишь?» Стабильно, как вот сейчас помнила голос ее, сиди в своей комнате. У нас вообще-то трёхка была. У меня, я на пианино иногда играла. Ей, правда, нравилось, когда играю на пианино. На пианино я играла редко, потому что пианино было в ее комнате. И лишний раз из своей комнаты лучше не выходить. Жили как кошка с собакой. Когда ей там кто-то из близких родственников чего-то забывал сделать, она начинала вставать на мою сторону и говорить, что типа да-да-да. Вот она понимает, что ко мне неправильно относятся. С ее подачи вообще-то. Чтобы обнять меня,
Я к ней, конечно, пыталась нормально относиться, но когда вы человека обнимаете, а вас отталкивают и всяким говном вас на лицо поливают, и еще всякое говно про вас говорят. И плюс мы с подружкой собирались тогдашней на лыжах покататься. Все, договорились, и на какой день лыжи у нас были. Она из вредности, зная, что я люблю кататься на лыжах, она их, во-первых, прятала. Во-вторых, она отдала соседке. И мамины лыжи мои, и все остальное снаряжение. Она могла выкинуть мой цветок из комнаты. Я на сессию уехала, приехала с сессии. Я говорю, где мой хлорофитум? Ой, он случайно вышел на балкон и упал. И у нее не было маразма еще. Все родственники и близкие говорили, что она переживает за маму, что мама померла. Но пока мама жила, я жила с мамой, там было нехилое гнобление. Вплоть до того, что мамина подруга говорила, когда мы были мелкие, ну, ее дочка и я, моя мама и она гуляли, у них одно имя, на двоих было. Сотовых, соответственно, тогда не было, но как только приходили домой к маминой подруге с мамой, названивала бабушка и начинала выносить мозги, когда это Лена собирается домой, давай уже быстрее беги. Мама очень хотела разменять нашу трёшку, чтобы однушка была у бабушки с дедушкой и у нас с ней. Но не успела. Ну, я не считаю, что она какая-то суперплохая была бабушка. Я просто дохрена добрый человек. Были моменты, что она действительно ко мне хорошо относилась, да еще и извинилась за все говно, что сделала мне. Даже, наверное, будучи дофига добрым человеком, я попытаюсь ее как бы понять. Хотя, откровенно говоря, не понимаю подобного отношения. Что бы я делала так, как она хочет, мне очень много раз грозило, что меня выгонят из квартиры, лишат возможности где-либо жить. Ну и тому подобное. А моменты мы первый раз с ней начинали жить, ну как бы питаться отдельно. Каждый сам за себя и сам себе готовит. И это все делать, чтобы показать мне, что я такая типа тупая, не умею распределять деньги, мне не хватит. На еду и на все остальное. Если мне кто-то что-то дарил из друзей или родственников, это очень сильно осуждалось. На 25, что ли, мне подарили родственники подвеску золотую. Сколько я говна выслушала. Там тогда близкий родственник внезапно мозги включил и сказал, ну типа, она же тоже твоя внучка, типа, почему ты к ней так относишься? Когда мне на 30 лет подарили плед, который тут сейчас, вот этот леопардовый, она сказала, можно было ничего и не дарить. Чего это и дарить? Ей тоже тогда что-то такое сказали. Ну, что типа, как бы. Она же тоже твоя внучка. Поэтому, когда она померла, и я смогла жить одна отдельно, сама по себе. Слушайте, люди, это такой кайф. Я из дома уходила, и уезжала чаще тогда при ней в какие-то путешествия за полгода и бронировала. И вот 3 дня где-то там, это прям вот такой кайф, несравнимый с годом, полгодом, месяцем, любым периодом жизни с этой бабусей. Так вот, когда она умерла, я где-то полгода, строго, мне вот даже больше, наверное, год, не могла зайти к ней в комнату, сделать, вообще сделать в квартире так, как я хочу. Когда я что-то там внезапно начала переставлять, мне близкий родственник сказал, я бы на твоем месте на следующий день все переставила, как мне хочется, а не ждала целый год. Вот такой прессинг был.
чтобы не было осознания, что я тут одна живу, и я могу делать то, что я хочу, и так, как я хочу. И никто не вылезет. И не вынесет мозги. Не будет рыться в моих личных вещах. А ничего так, вкусненько, с этой травкой странной. Как же, блин, этот салат-то называется? Я вряд ли вспомню даже в момент монтажа, поэтому если кто-то будет это смотреть, если до этого момента зайдете, или в самом начале поймете, что за трава, дайте мне знать в комментах. Салат отдаленно похожий на листья одуванчика. И по вкусу она такая очень специфичная, она немножко даже напоминает кинзу. Мне подружка вчера сказала, а что в саду-то такая не растет? Я говорю, мы такую-то не сажаем. А в том саду, мне кажется, еще рано чему-то вырасти на такой момент, что уже можно салат фигакнуть. Ведь я хотела просто еще открыть окошечко. А тут и так шумно. Ну да, на сессию в Кулек я уезжала. Можно, в общем, допустим, одна моя сестра училась, ночевала там какой-нибудь дальний родни. Ни за что не платила. А у меня делалось все так, чтобы я свои деньги тратила. У меня была пенсия по потере кормиться сначала. Это уже инвалидность. На общагу. Сама там договаривалась, то сел. Короче, все, что мне давали деньги на обучение, на сессию, это все были мои деньги. Причем это выдавалось так, что мы тебе дали. Но вы же мне дали из моих. Вы у меня сначала их отцапали, а потом вы мне их дали, часть. Так вот, на сессии я питалась лучше, чем дома. Что когда в Кульке училась, что когда в Педе, в столовке. Мясо я ела чаще, чем дома. Допустим, две недели сессия. Не всегда, ну, на установке мы учились даже по выходным. Надо, по-моему, экзамен какой-то был. В воскресенье. Грубо говоря, в столовке, в Педе, либо в Кульке, я могла поесть нормально, в отличие от своего родного дома. Но, тем не менее, на людей я не катаюсь, несмотря на то, что у меня жизнь была, мягко говоря, не сахар. С бабулей, любимой. Мне всегда так смешно, когда некоторые придурки, которые вообще рядом и стояли, начинают обсуждать меня, обсуждать, что я с бабулей жила, как сын Марты, каталась, чтобы бабуля меня воспитывала. И прям вообще кто-то из моих бывших друзей говорил, мы тебя завидуем. Один близкий родственник мне в свое время выдал, что она мне завидовала. Я думаю, блин, чему? Что ты напакостишь, меня обвиняешь, что это я виновата, а не ты? Или что к тебе бабушка относится нормально, а ко мне как к куску дерьма? Даже чисто так, к маме она относилась нормально, только когда мама была замужем. При наличии меня уже. К
когда мама была в разводе, отношение было из серии мозгоклюйства. Хотя сама бабушка вышла замуж не по любви, а ради квартиры в городе. При этом очень осуждала какого-то своего хахаля, который к ней подбивал клинья, но она вовремя не вышла замуж. А, точнее как, он не предлагал ей квартиру в городе. Он ей предлагал жить в колхозе, она в колхозе не хотела. Вот такой интересный человек она у меня была. Я так поняла, дедушка был не в курсе, что бабушка его не любила и вышла только ради чего-то. Я была очень добрая относительно кого угодно, но не меня, по большей части. Такая белая, пушистая, хорошая бабушка. В своем глазу бревна не видевшая, осуждавшая при этом других людей, плетшая всякие небылицы, в том числе про мое рождение. В том числе говоря то одно, то другое моим подругам. Благо эти две, что остались, а до сих пор со мной мы общаемся, в адеквате. И сначала мне рассказывали ту дичь, что им на уши навешивали. С вопросом, это же, ну, как бы, хрень. Блин, я думала, мне еще потом йогурт сажать на обед. Потому что я внезапно купила тут. А мне, походу, дело салатик, как глаза и уши хватит. У меня что-то еще. 3 штуки. Авокадо. По-моему, 220 рублей за упаковку в 2 штучки. В Магните продается. Вчера купила и сегодня. Но тут 2, которые еще не совсем созрели. Ну, не совсем мягкие. Еще один зеленый. Я до этого покупала наполовину зеленый. Возможно, он частично черный был. Он был такой вкусненький. Хоть и не совсем зацвел, хотя по виду вроде уже давно был того. Потом купила мягкий вроде, а он твердый. Я его разрезала, с лимонным соком полила и в морозилку сунула. Ну, мало ли, куда-нибудь потом пущу. А этот я просто жду, когда он станет мягче. Кстати, мне очень нравится вот этот сливок. У нас в Магните продается. Мир добрый, да. Ярославский хлеб. Баварский. Дворной. Хотя раньше терпеть не могла заварной хлеб. Эй, ты что там делаешь, кошка? Что там чай-то у нас? По цвету он стал практически как красный робур. Только более чуть-чуть. Ну, менее красный по заварке.
Ты что там скобли? Не скобли обои. Нет, наверное, одно из хороших воспоминаний в детстве, когда бабушка ко мне внезапно хорошо относилась, еще прямая. Она делала пирожки, она очень хорошо готовила, была поваром-кондитером. Ты что там делаешь, черт тебе дери? Давай вали отсюда. Вообще. Нам за животное. Короче, я любила эти колобки. Пирожки с сосиской или с колбасой. А она мне делала эти колобки. Ну, как бы там, каждому по пирожку, а мне отдельно колобок. Так что я думаю, когда в ее голове было все стабильно, и мозги никуда не сваливали, она все-таки ко мне хорошо относилась. Но приличный кусок времени после ДТП, по большей части это была та Израиль. С практически постоянными скандалами на пустом месте. Чистая серия, чтобы доставаться мне. Повопить. Ну вот и, наверное, в жизни было мало. На тот момент. И она компенсировала чуть меня. Я часто старалась валить из дома, то в библиотеку на какое-нибудь мероприятие, то в гости к кому-нибудь, то просто из дома куда-нибудь свалить. Поэтому, когда она померла, а я тогда собиралась до Ярика съездить, пообщаться с Левой, то у меня был такой ступор, я вообще ничего не хотела. Учитывая, что за эти 3 месяца помогала ухаживать практически в одно лицо. Потому что у нас тогда внезапно случилась одна сиделка, которая скоммуниздила у меня, пардон, прокладки. Хотя она была уже в том возрасте, что ей уже не надо было. И просто обчистила полквартиры. В общем, я на тот момент была очень сильно морально, физически вымотанная. А меня уже просто близкий родственник уговаривал съездить в Ярик развеяться. Где-то там дней через 5, как бабуля откинулась. Кстати, может это кошке предложить? Отрублюсь временно. И я снова тут вроде как. Так, чашечка надо какая-нибудь. Прозрачная чашечка. Ну и да, когда я что-то меня просили что-то сделать, я делала, соответственно, помогала. Я безотказно, это хрена. Даже в ущерб себе. То потом мой труд обесценивался стабильно. Мне говорилось до недавнего времен. Может быть, 2 года назад перестала это я слышать от близких родственников. Да что ты делаешь? Да ты ничего не делаешь. Хотя нет, последний раз это 1 год назад слышала. Учитывая, что в том месте, где я делала, если бы я это ничего не делала, кое-кто бы не жрал свой любимый медок. Ох, давненько не пила его. Я его специально не открывала, потому что пообещала где-то там в комментах или еще что-то. Этот чай на камеру попить с вами. Попить с камерой. Зеленый родик. У меня тут зефир, я на разведку купала еще перед тем, как деревню свалить на полдня. О,
батареи отключили. Люди, ёшкин кот. Я думаю, что такое это прохладно? Март жаркий, апрель жаркий. Я подумала грубыми словами, но это не мат. Но не буду их озвучивать. Эти феерические, духотворенные, очень странным, извращенным мозгом люди. Отопление обещали еще 6 мая включить. Отключили отопление сегодня. У нас сегодня 10 градусов. Я думаю, как-то мне немножко прохладно. Вчера еще вроде батареи-то такие приличненькие были. Так вот, батареи шпарили, когда на улице была жарища, даже 22 градуса, плюс в тенге. Так, как не шпарили, когда был минус 20 или сколько там зимой. Лишь бы народ подоить. Так вот, мои действия стабильно обесценивались. До семьи. При этом были моменты, что если меня кто-то просил, и я делала, а меня кидали с оплаты. Какая-нибудь там шабашка, или там вот поможешь тебе, вот мы тебе кинем монетку, ты нам помоги. Или мы тебе вот это, а ты нам вот это. То меня сразу начинали жалеть, как так? Очень сильно мне выносился мозг, когда я начала заниматься скандейтом. И моя тетя заступалась за меня. Я это слышала, сидя в комнате, они довольно громко говорили на кухне, с расчетом, что я не услышу. Ну, я вослепая, да? Наверное, не услышу. И бабушка говорила, что вот она этим занимается, столько времени тратит, бла-бла-бла. Что-то там вопила по поводу света интернета, интернет я оплачивала сама. Свет, ну, соответственно, 50 на 50, всю коммуналку остальную. Ну, мне, конечно, главное нравится ей. Вот ее там, почему она это бесплатно делает, это потому что мне это нравится, ё-моё. Ну и, короче, были такие моменты, что у меня же сильные мигрени были. В принципе, и сейчас. Но они с детства были. Не было дня, чтобы голова не болела. Сильно, слабо так. И у меня болит голова. Я говорю, бабушка, я не могу тебе помочь, у меня болит голова. И вот я поняла, что в какой-то момент, что если я однажды просто легла, потому что я вообще в сил не была. Ну, дошла до комнаты и поняла, что сейчас, если я не упаду на кровать, то я упаду на пол. И легла. И она мимо что-то шарахается и видит, что... Мне даже сил не хватило дверь закрыть. Да, дверь закрывай в свою комнату. Сиди закрыт, в комнате с закрытой дверью. Хрен ли ты тут вообще? Бытуешь, существуешь. Я лежу в полуобраке. И вот у нее в такие моменты просыпалось что-то мозговое. Она вспоминала, что я ее внучка, что я могу тут откинуть копыта. Физически совсем. И она мне пыталась помочь. И потом еще спрашивала, как у меня что. Я вот не понимаю, вот что ей мешало нормально ко мне изначально относиться. Стерва, короче, она была. Нельзя, наверное, может тут плохо говорить. Но кому нельзя, пусы не говорят. Иногда я просто, чтобы вот она от меня отстала, мне хотелось, ну, просто почитать, полежать или просто полежать, отдохнуть. Я иногда специально ложилась. Даже если у меня вот не настолько сильно что-то болело. В чем был такой период, что мы с девчонкой сейчас с одной познакомились, мы стали общаться. Я на замене в библиотеке летом работала. И она меня поволокла купаться. И вот полчаса я не могла просидеть спокойно, я постоянно смотрела на мобильник, у меня уже тогда был. Потому что меня так натренировала эта бабка, что я не могла себе позволить отдохнуть даже просто. Вот. Даже когда сказали, да, можешь сходить покупаться, хрен ты. Она мне сказала, ты что, не умеешь отдыхать? Я так понимаю, что, видимо, да. Так что, люди, если вы думаете,
Что я как сыр масты каталась. Хочу вас огорчить, ни хрена. Не, можно, наверное, было быть похитрее, еще как-то, но я, видимо, не такой человек. Похитрее быть не получалось. Я же ее как бы прощала. Ну, типа, своя родная бабушка, ей, наверное, тяжело, у нее там дочь погибла, которую не ценили ни хрена при жизни. Муж потом погиб, которого вообще не любили нифига при жизни. Но зато как потом кричали, ой, мой дорогой погиб, о, мой дорогой умер. Почему же он ушел раньше вообще? Моя подружка над ней угорала, по-доброму так. Та самая, которая и сказала, что, типа, могли бы сами сделать аборт. Ну, если вы вдруг оказывались в подобной ситуации, либо оказались, ну что, я сочувствую вам, что? Если вы сами по себе добрый человек, то злым человеком вы потом не будете. Иногда бывали моменты, что я в комнате, соответственно, не выходи из комнаты, ты чё? Она любила смотреть этот «Поле чудес», «Давай поженимся», этот «Малахов» или еще что-то, пусть говорят, хрен знает, ну, подобные передачи. Если там был какой-нибудь фрик, она мне стучала в стену и говорила, иди посмотри. Я приходила, смотрела. И она вместе с ней что-то смотрела. Но учитывая, что у меня на тот момент уже было зрение не минус 6,5, а минус 13, а после аварии вообще минус 20, я ни хрена не видела. Мне надо было вблизи смотреть. Ну и если к ней плохо кто-то из близких родственников относился, что-то там забывала и привезти, или еще что-то. Или вот кошка у нас была, сначала был птичка, черненький. А через неделю оказалось, что это кошка, и обозвали Дашкой. И эту Дашку близкие родственники обещали ей стерилизовать, и еще что-то там с ней делать, то все 5-10, комп привезти, наполнитель привезти, и все это комп росло до сих пор. Шкушки нет, а мох растет. И мне было ее жалко, потому что вот, ну, она им помогает, а они на нее хэ положили. Она к ним очень хорошо относилась. Не впрямил ко мне. Правда, периодически она мне говорила, что она ко мне тоже хорошо относится, но так как я живу рядом с ней, и она меня часто видит, то она позволяет себе относиться ко мне плохо. Потому что других-то она видит редко. А вот если было бы наоборот, то было бы наоборот. Ну а мне куда было деваться? В одну треть дома в деревне, в которой зимой нельзя жить. На какой-то год, ну, в общем, ее же увозили обычно родственники на машине с вещами в деревню, и тот, ну, в какой-то год ее не отвезли вовремя. На автобусе она ехать отказывалась. А я ждала, когда она свалит в деревню, не дождалась и уехала сама туда, впервые в жизни. Тогда ее еще младшая сестра была, средняя сестра жила была. У меня как раз этот диплом, то все. В 12 году, по-моему, первый раз туда уехала. Первый раз на 3 дня уехала, а потом на неделю. Жила одна. Бабушка Нина мне то картошки тушеные приносила, то еще что-нибудь. Так вот, у меня в детстве было несколько неродных бабушек, которые ко мне очень хорошо относились, в отличие от родной. Бабушка Нина Платоновна померла давно. Бабушка Гутя, кажется. У нее еще была подружка, я не помню, как ее звали, но они жили в соседней от бабушкиной деревни, от бабушкиного, от дедушкиной деревни родовой. Воздвиженская, там, не знаю, забыла, как называется деревня. Васильева, по-моему.
Там речка Пукша, по речке, значит, можно там на лодке переправиться в Степаново, потом минуешь Хамина и пешкодралом до, минуя Шалаева, в Масеевское не приходили. У меня до сих пор где-то лежит в коробочке, которую я так и не распаковала с механки, не засмэрила. Такая, в общем, ну как эти киндеры, только не киндер. Игрушечка такая, в яичке змейка, по-моему. Бабушкой Гутей подаренная. В каком году она померла, я не знаю. Может быть, еще при бабушке. Я все хотела туда как-нибудь доехать, до нее дойти. Но так как мелкая была, когда там в том районе была, не у нее самой, у нее, наверное, не было ни разу, а именно так вот, рядом с ее домом, то как бы я вообще как бы не ориентировалась, как туда доехать. Хотя есть вот такое желание доехать просто до этого, до Васильева просто погулять. Был бы с кем. Ой, я же хотела запилить этот обзор на телефон. Что хочу сказать заранее. Вот этот Русторг такой глючный. Рустор, точнее. Сначала он тебе говорит, надо бы вот это обновить. Ты нажимаешь, чтобы обновить. Он сначала это скачивает, а потом говорит, ты хочешь, чтобы я это установил? Ты вот это обновить сам не можешь, как вот, допустим, приложение родное от Техно или вот этот сам же Google Play. Как-то в России, как обычно, что-то все выпендривается, мы такие умные, мы сами сейчас все сделаем по образу подобию. В итоге не допилено. Так вот, Марусю не смущало, что у меня есть неродные бабушки, которые ко мне очень хорошо относятся. И не считают меня каким-то там прям куском дерьма собачьего или еще чего-то. Также ее не смущало, что она к родной внучке относится как к куску дерьма собачьего. И младшую дочь во всем ущемляла. А потом, ой, она такая хорошая была, начала потом ее превозносить, ущемляя старшую дочь. Где у человека мозги вообще? Ну, я надеюсь, она в своей параллельной вселенной вышла замуж за того мужика, который был на кобыле. И предлагал ей жить в селе, а не в городе. Потому что она очень часто припоминала эту историю. Особенно когда у меня в гостях была моя подружка одна. В итоге, потом, после смерти бабуси, долгое время моя подружка это припоминала мне историю, которую рассказывала бабушка. Про мужика на кобыле. Который в итоге женился на девушке, у которой была комната в Ярославле. Так вот, она осуждала своего бывшего парня, допустим, который женился примерно по тому же пути, может быть, он женился по любви даже. А себя, что она вышла за дедушку замуж не по любви, а ради квартиры в городе, ради паспорта. Как-то не считала себя какой-то там странной. Так, на этой, наверное, ноте мы с вами простимся, зрители. Я слила этот чай. Короче, он, ну, максимум две заварки держит. Может, в принципе, если его не так долго держать, то он выдержит реально две заварки нормальных, если его слить сразу, а потом залить. А так, ну, вот сколько держит. Если хотите поддержать канал, можете это сделать, это будет облако. Я вам также скажу спасибо в начале видео, там где-то в титрах, в этом самом... в блоге или еще где-то. Ну и как бы пока.